Всем привет, друзья! Сейчас 11 июня, раннее утро. Я полночи не могла спать и кое-что вот написала обращение к некой группе граждан, которую я хочу зачитать обращение в смысле. Извините, просто я не накрашена, не подготовлена, поэтому как есть, так и буду сейчас читать текст. Видео называется «Как становятся нерукопожатными зашквар от создателей так называемого СББ». Пару дней я смотрела за происходящим со стороны, наблюдала, не строчила комментарии. Сатья Дас о мужском алкоголизме говорит о том, что мужчину нужно оставить в покое, чтобы он мог достичь своего дна. А женщинам в таких ситуациях требуется помощь. Когда милиция расследует криминал, обычно задают вопрос, кому это выгодно. Это уже ближе к делу я начинаю. Я сейчас про распространение видео, на котором изображен мужчина в неприглядном виде. Так ли это выгодно змогарям? Выгодно ли это некоторым провластным блогерам, у которых также большое количество подписчиков, и которые создают союз и избавляются от конкурента таким образом, хайпуя на скандале и набирая просмотры в Ютубе? Я увидела плохо скрываемое удовольствие от танцев на костях. Друг друга оправдывают, подсознательно осознавая, что творят нечто мерзкое. Словно бабки у подъезда. Вон Стасик пошел, наверное, наркоман. Вон Ирка пошла, проститутка, наверное. Или как стая шакалов или гиен, набросившихся на труп. Если ты хотел призвать людей помочь человеку, запиши видос, отдельное видео, а не участвуй в распространении. Ведь, я так понимаю, ты на этом ловишь хайп, не так ли? Я думаю, человек, к которому я обращаюсь с этим посланием, догадывается. Не оправдывайте себя десятками тысяч просмотров этого видео ранее в ТикТоке. Ты тоже понимаешь, к кому я обращаюсь. Нет совести, моральных ценностей и принципов. Хорошими делами прославиться нельзя? Далее. Ваш так называемый союз создается на дурно пахнущем фундаменте, увы. Это дно, зашквар, плинтус, господа. Или, как говорил интернет-мем, це мерзость. Где ваша пресловутая журналистская этика, блогерская солидарность, человечность, порядочность? А была ли она у вас вообще? Участвуя в распространении этого видео, достигли ли вы поставленных целей? Испанский стыд.